Постановление о нашем комбинате. Комбинате 815 Лаврентий Павлович Берия подписал у Сталина. Воскресенье, 26 февраля 1950 года. Америка уже имеет больше 300 бомб. И по законам того времени, ничто не мешает ей превратить наши города в груду развалин. Кроме одного. Они точно знают, что у нас уже есть бомба. Комбинат надо было построить в скале на берегу Енисея. 200 метров гранита над потолком сооружения – защита от ядерного удара. Изначальные сроки постановления, конечно, были нереальны. Но начав разворачивать стройку в 50-м на Целинной тайге, к 1964 году мы имели подземное сооружение, равное по объему московскому метро, с заводами А и Б и атомной электростанцией внутри. Все это казалось такой невероятной фантастикой, что даже Владимир Семенович Высоцкий отнес это к нелепым слухам. Их разносят по умам. Слушай, слышал? Под землей город строить. Говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали? А как здорово жили люди комбината. Они придумали парк и городское озеро, дали имена магазинам и кинотеатрам. Они лазали по красноярским столбам и гоняли на лыжах. А на работе? С таким щитом, если его держать, мы непобедимы. Сегодня наша перспектива больше связана с историческим заводом «Б» — радиохимией, хотя и в ней уже нашлось место жидкосолевому реактору. На одной площадке — единый технологический комплекс переделов по замыканию ядерного топливного цикла. Комплекс хранилищ отработавшего ядерного топлива. Опытно-демонстрационный центр по переработке УЯД. Промышленное производство МОКС-топлива. И в том числе, если уж говорить о полном замыкании, искусство вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов сегодня очень серьезная перспектива, требующая технологий, которые и на новых производствах будут востребованы. Завод регенерации топлива здесь планировался еще в 70-е годы. Чтобы изолировать жидкие радиоактивные отходы, тогда предполагали использовать полигон «Западный», а чтобы передавать туда ЖРО, под Енисеем даже построили тоннель. Сегодня все по-другому. На стапелях ОДЦ в полном развитии. Пуск промышленной переработки УЯД, чтобы из регенерированных материалов делать МОКС и ремикс топлива по технологии нового поколения без сброса ЖРО в окружающую среду. Впервые в мире Росатом на горно-химическом комбинате создает полный комплекс производств по обращению с отработавшим ядерным топливом в контуре одной производственной площадки. В недалеком будущем технологический кластер ГХК обеспечит сервис атомных станций по обращению ОЯД, забирая отработавшее топливо и возвращая свежее МОКС и ремикс топлива для быстрых и тепловых реакторов. Дожигание минорных актинидов в жидкосолевом реакторе минимизирует высокоактивные отходы и станет новым источником энергии для Железногорска. А наше уникальное подгорное сооружение обеспечит максимальный уровень защиты от всех видов угроз для создания самой новейшей атомной техники в будущем. В том будущем, о котором мы, возможно, еще даже не подозреваем. То, что мы делаем, не устареет. Наши планы на 100 лет вперед. И каждый работник комбината может быть уверен, что его сегодняшний вклад послужит опорой грядущим поколениям атомщиков Железногорска. Но пока на дворе 2020 год, и наши ребята здесь и сейчас, шаг за шагом, решают сложнейшие задачи дня сегодняшнего. Вновь, как и 70 лет назад, мы создаем самые передовые технологии. И крепкая основа, заложенная высоким уровнем предшественников, стойкостью характеров, преданностью своей профессии и любовью к своей стране, позволяют нам уверенно смотреть в будущее. С юбилеем! Горно-химический комбинат! Нашей команде 70! И с новой пятилеткой в сборной Росатома! Нашей отрасли 75! И она — ровесник победы!